Всем привет! Давайте продолжим. Это будет 12 глава. И будет, она называется Welcome to CIA, то есть добро пожаловать в ЦРУ. В прошлой главе мы помним, что вторая наша семья продала нас, предала. Нейтан сдал нас в агентство ради финансирования своих проектов. Теперь у нас не осталось никого. Мы перемещаемся в ЦРУ, будем теперь жить, работать там. Ну, для начала, конечно, обучаться. То есть нас как рекруты берут в специальную школу. У нас теперь новый, молодой, смотрящий. Жизнь меняется у Джоди. Я думаю, впереди много будет приключений в связи с этим. Наверняка в ЦРУ никто не скучает. Столько стран еще без внедренной демократии. Я думаю, нам будет чем заняться. Вот нас привозят в эту школу при агентстве. Джоди с траурным видом все никак не может пережить расставание. This is where you'll study and sleep for the next 3 years. The training starts tomorrow at 5 a.m. Don't be late. Ну и начинается наша учебная жизнь в ЦРУ. Начнем с тренировочки молодого бойца, попрыгаем по покрышечкам, раз 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 раз. Опаньки. Мы играем на повышенном уровне сложности, можно так сказать. То есть нам не показывают стрелками, куда нужно двигаться при замедленных сценах. Иногда это не совсем очевидно. Я уже немножечко подзабыл. Так что буду периодически фейлить. Но это, на самом деле, для этой игры это не страшно. Здесь можно пройти, даже зафейлив практически каждое экшн-действие. Учиться драться. Ну, как бы нам показывают, что надо угадывать движение, в котором двигается. Двигаемся мы или двигается противник, и нажимать стикером в том направлении. Не всегда вот, понятно, когда нужно двигаться навстречу удару, когда нужно от него уворачиваться. Что? Ну, здесь нам надо повторить. Пригибаемся. И в пузан. Точили. По-взрослому. Все нормально. Да, нас уже обстригли. Не налысо, но коротко. Что тут у нас? У нас курс молодого бойца. Так. Укрытие. Стреляем. Come on!
к отстреливаемой мишени. Понятно только, почему у нас там в спине написано security. Лысый дядька одобрил нашу тренировку. Так, а теперь здесь у нас что? Какие-то науки мы изучаем. Эх, если бы в институте мотание было бы все так легко. Зажал кнопку. Раз, два, три. Экзамен сдан. Окей, рекрут. Now get rid of those oil drums. Так, это тренировочка для Айдена. ЦРУ стремится развивать наши паранормальные способности. Или как назвать Айдена? Наверное, да, паранормальные способности. Good. Конечно, ты думал. И пальцем деланы. У нас снова отросли волосы. То есть прошел уже не один год. Хотя, если честно, что-то они больно быстро отросли. А в Насяру. Заоружили тренера. Мы круты. О, нас снова постригли. У меня волосы завязаны, не видно. Завязаны, узелок. Кипаемся. Прыгаем. Тут ползем по стеночке. Ну как-то ты неубеждающе ругаешься, дядька прапор. Или кто ты там? Здесь вот такой вот момент, из-за которого на обычном джойстике не пройти эту игру, если вы играете не джойстиком от... не родным джойстиком от PlayStation, а каким-нибудь обычным, любым другим. В этой игре несколько таких глав, где нужно использовать функцию встряски. Чё? Потянули ноги, да? Отличный шпагат. Так держать. А вот здесь нас учат лечить раны. В этой игре нам придется периодически подлечивать себя и других персонажей. Айден, на удивление, умеет это делать каким-то образом. Нужно концентрировать его силу на поврежденном месте. Качаем пресс. В общем, 3 года проходят у нас в упорных тренировках тела и разума, так сказать. Уже деремся против 2 наставников. Пока вполне успешно. Даже более чем успешно. Not bad. С утра до ночи калываем, судя по всему. Ну, в принципе, как иначе. Нас хотят сделать суперагента за 3 года. Это не так много на самом деле. Учитывая, что к тому же совершенно с нуля, неподготовленные.
А это у нас что-то типа экзамена. Сверху стоит инструктор, наблюдает. Уже не манекены, уже живые люди, которых мы экзаминируемся. Бедные солдаты. Так, еще один подопытный кролик. Так, вот здесь у нас двое. Один наверху, один патрулирует. Здесь надо осторожненько, воспользуемся Айденом. Этого сверху мы вырубим. Я уже даже не знаю, может даже убить. Нет. Всего лишь отключили его. Теперь у нас пришло время заняться этим. Что тут у нас? Можно отвлечь его внимание. Not bad, Jody. But if this wasn't an exercise, you'd be dead by now. Не выделывайся. If this wasn't an exercise, you wouldn't even be able to open your big mouth, Ryan. Всосал? Стоит нас недооценивать. Congratulations, Operative Holmes. You made it. Welcome to the agency. Thank you, sir. Ну. Yeah, Jody. Welcome to the agency. It looks like you made it. Так понимаю, мы сдали вступительный экзамен в ЦРУ. И на этом глава заканчивается. О наших приключениях в ЦРУ и дальнейших тренировках вы увидите совсем скоро в следующих главах. Ждите, смотрите. Пока-пока.